Привет всем! Ну вот и кончилась моя командировка в Полярных Зорях на Кольском полуострове. Отработал здесь почти год. Сейчас еду обратно домой. И следующая командировка у меня будет в Подмосковье. Надолго или ненадолго, не могу знать. Ну, в общем, так что следующее видео будет из Москвы. Про новогоднюю Москву. А сейчас последнее видео с Полярных Зорь. Смотрите, как здесь украшают. 12 декабря здесь будет конкурс про как, в общем, световое украшение города. Это... будут украшать его огнями, цветами. И вроде как должно быть красиво. Как вы видите, снега уже здесь по колено. В Балаково, куда я еду, снега там вообще нету. В Белгородской области дожди идут. А здесь зима полным ходом. А вот этот вокзал Полярные Зори, с которого начиналось мое знакомство с этим городом. За год толком я не посмотрел Кольский полуостров. Побывал в Апатитах, в Кандалакше. Посмотрел Кандалакский залив, каменный лабиринт. Хотелось бы больше посмотреть. Природа здесь очень красивая. Есть заповедники. Но машины не было, так что был ограничен средств передвижения. Если кто из местных жителей из Полярных Зорей видит это видео, то интересно было посмотреть видео про конкурс, как иллюминация города, как украсят город, как он преобразится. Так что если вы ведете YouTube канал и выложите свое видео про город, дайте знать, с меня лайк и репост. Прощай, Полярные Зори. Наверное, на этой земле я больше никогда не буду. Так что всем спасибо. До новых встреч.